Открылся новый проект игровых серверов Rust Energy. Сейчас открыты три сервера. Клановый для одиночек, хардкор, без плагинов и китов. На этих серверах вы найдете отзывчивую администрацию, стабильную работу на лучшем хостинге, отличный набор плагинов и китов. А главное, сервера только начали свою работу, и у тебя есть шанс начать выживать с самого начала. Более подробную информацию ищите в группе ВКонтакте. Ссылка на группу и сервера в описании. Rust Energy. Присоединяйся. Всем привет, ребят, с вами Лего. И ну что, мы продолжаем играть в Рустецкий на сервере Rust Club 3. Если есть у кого желание, заходите на сервер, на первый, второй или третий. Ссылки будут в описании. И чем больше народу, тем мы будем круче, как бы играть, будет больше онлайна, будет веселее. То есть вы куда-то что-то разбежались, первую неделю было все отлично, а сейчас куда-то пропали. И в честь этого я решил подумать, а почему бы не помочь своим подписчикам, как в предыдущем ролике. То есть мы возродим нашу штуку, которая называется «Успеть за 40 минут». Я буду прокачивать своих подписчиков, так что пишите свои ники, которые вы играете на сервере Rust Club, и, в общем-то, я буду кого-нибудь выбирать из комментариев, буду знать, что это вы, мои ребята, чтобы... То есть, смотрите, я захожу в комментарии, вижу ник, который вы оставили. Допустим, вы говорите, я играю на Rust Club 2, я играю на Rust Club 3, мой ник Петя Пупа. Я говорю, я захожу в игру, говорю, Петя Пупа, ты тут? Он говорит, да, я тут. И у него ник Петя Пупа, и мы поехали его прокачали и записали серию. Иногда эти серии будут выходить. Сейчас мы пойдем по дороге. В общем-то, я сразу сделал дом. Подумал, что, наверное... Вы видели, что там слева написано? Я подумал, что, ну, как-то, наверное, неинтересно было бы опять заново все с луками и пайпухами, потому что я сейчас понял, что людям нужны рейды, но я не думаю, что за этот вайп я справлюсь по поводу рейдов или еще чего-то, потому что очень тяжело... По ресурсам у меня там серы около, по-моему, вообще 600 или где-то так. То есть, ну, очень мало. Если, конечно же, кто-то мне опять еще раз делает подгон, было бы очень круто. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь есть. Прогуляемся по серверу, глянем, что как, почем. Смотрите, на одном и том же месте уже который вайп. Здесь строят большие дома с вышками. Интересно очень, очень-очень интересно. Мы сейчас полазим. Может быть, будут дома какие-нибудь легкодоступные, чтобы мы просто 4 ракеты сделали и все. И бахнули одну стену и как-то попали в дом. То есть, опаньки. А вот с волчарами я, конечно, бы не хотел связываться. Волчары мне не нужны, и палиться мне как бы нельзя. То есть мне сейчас фрагменты чертежи больно-таки как бы не сильно вперлись. Мне сейчас нужно искать какие-нибудь лоховские дома, которые я бы смог зарейдить или как-то что-то украсть у них, потому что по ресурсам, ну, очень печально. Я, может быть, еще и добью до 4 ракеты, но это, наверное, будет максимум. Наверное, это будет максимум. Опять волчара здесь, опять какой-то огромный дом, который наяривает большая печка. Мощно. И напишите, что вам, допустим, не нравится на сервере. Мы все вместе напишем в комментарии в группе этого сервера, чего не хватает. Я думаю, что, возможно, можно было бы поднять рейты. О, печка, что? Печка рядом. Ну-ка, давай подойдем, посмотрим. Если печка рядом, это, конечно, очень интересно. Сейчас посмотрим, что там есть. Или это не печка, чуфанит? Это чуфанит, по-моему, в доме. Маленькая печка, да? Или большая печка? Ничего не могу понять. Что, реально большая печка чуфанит? Обалдеть. Давай быстрее зайдем туда и попробуем что-нибудь взять. Что-нибудь мы попробуем взять. А к этой... О-о-о-о! А пацаны-то реальные. Мы, чтобы не было палева, мы сделаем сейчас вот таким вот образом. И, наверное, засядем. И, наверное, засядем. Потому что, ну какой дебил будет включать печку? Я вот, честно, я не знаю. Который возле дома... Хорошо. Что у тебя было? У тебя была ежевичка. Так, а это ты был хозяин или нет? Что-то ничего понять не могу.
Порох забираем, 1000 дерева. Вот еще 400 сульфура. Подожди, а он тут живет? Это что, его дом? Он что, не мог внутри поставить? Ну-ка, может быть, где-то можно было бы построиться. А, к следующей серии нужно срочно готовить хотя бы 4 ракеты. И где-нибудь кого-нибудь шарахнуть, потому что по-другому я не знаю, что как делать, что как быть. О, слева были выстрелы. Я понял, я даже знаю, где это. Это вот в этом вот, как его, аэропорту, или как это называется. Там, там постоянно происходят какие-то непонятные нереальные битвы. Но он через кусты очень четко схватил, очень четко. Ну, это сразу было понятно. Чувак включил большую печку возле своего дома и ее никак не оградил. И пошел править, плавить. Причем он плавил вот только-только. Буквально только-только. Так, а это у нас что такое? Это у нас взорванный дом уже, что ли? Не могу понять, что с этим домом не так, но его, по-моему, уже взорвали. Ага. Здесь ничего у нас нету. Здесь тоже ничего нету, да? По-моему, его уже давно взорвали. Либо его как-то глуп, что ли, взорвали. Почему дальше-то не добили? Странно. Очень странно. Главное, дальше не добили, а... Но как-то прошли. Здесь что у нас? Отлично. Здесь у нас тоже ящики. Ну, конечно же, они пустые будут. Как же без этого-то? С пустыми ящиками. Так, пойдем тогда в сторону завода. И попробуем там что-нибудь замутить. Что у нас есть? У нас есть... Блин, я эти не взял. Как его? Я не взял стрелы. Хотя можно было начинать со стрел. Опаньки. Что такое? Что такое? Что за вакхалинейшн? Это револьвер или что это? Это, по-моему, револьвер. Подожди, он его убил? Ничего не понимаю. Вот он, что-то крикнул. А где, где чувак, который его убил? Ничего, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Я попасть не могу. Что ж такое-то? Он мансит, куда-то там стреляет. Хорошо. 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 Отлично. Он уже вдевал шприцы. О, это наш парень. О, у него стрелы есть. Вот это наш парень. О, уголь. МВК. Хорошо, неплохо на самом деле. Ведро. Да нафиг мне это ведро. Ведро мне не надо. Чертежи у меня есть. Сейчас все вот это выкинем. Хорошо. У меня есть арбалеты. Но арбалеты мне тоже не нужны. Мне одного арбалета за глаза хватит. И я хочу посмотреть того парня. Хочу посмотреть того парня. Что он с него полутал. У меня здесь по 300 уже. 300 этого, сульфура. Че-то здесь как... Он уже его облутал, что ли? Из мешковины, ничего нету интересного. По зеленкам 41. Кстати, у меня тоже большая печка стоит прямо внутри дома. Я, может быть, вам покажу. Я почему еще не стал записывать стройку дома? Потому что все палят шкафы. И потом начинается все, как бы очень все печально и плохо. Домина. Что тут в этом домине? Домина. Ну, это просто обычный дом. Тут уже никого нету. И что, все? Тупо два чувака были? Интересно и смешно. Окошко открытое с ставнями. И больше, по ходу дела, ничего нету. У него прямо дерево на входе выросло. Прикол. Вот это прикол. Они же сказали в патче, что теперь... ресурсы могут прямо появляться возле вашего дома. Вот это очень интересно. Так, сейчас пойдем, наверное, посмотрим бомжовскую зону. И можно посмотреть мою старую пристройку возле маяка. И посмотреть, что там есть. Потому что, возможно, с прошлой серии люди поняли, что там очень интересно развиваться. Вот где маяк. Потому что с задней части стороны там больно ты не подойдешь никак. А с передней части, ну, если с подписчиками строишься... Ух ты. Ух ты. Ух ты. Вы слышали это? Че, идем туда? У меня есть, по идее, вот эту штуку. Вот этот мод я поставлю на помповый. Чтобы как-то ровнее прицел, что ли, шел. И там идет беспредел. У меня есть еще... 13 медицинских шприцов, ребят. Это на самом деле неплохо. 300 сульфура мало. Мне бы вот сейчас бы где-нибудь еще бы
ну, не знаю, 1500 сульфура. Было бы неплохо. Кто здесь стреляет? Уже где-то вот здесь. О, чувак вон. Он меня сейчас спалил, да? Он, по-моему, меня уже спалил. И сейчас... Вон он, в кустах. Он меня не видит, что ли? Или видит? Он за деревом. Он спешки наяривает. Долго он будет за деревом? Ох ты ж. Попал. Попал. И хедшот через дерево. Отлично. Хорошо я ему пристрелил через дерево-то, а? Вы видели, насколько это было круто? Чё у тебя, чувак? Сульфуров нету, да? Сульфуров нету. Чё-то как-то... Как-то что-то скудненько, скудненько. А ты один был? В кого ты стрелял-то здесь? Я что-то не могу понять. Тут кто-то волка бил. Смотрим быстрее по сторонам. По броне неплохо. МВК есть. Грибочки есть различные. Можно что-нибудь скушать. Конечно же, мы скушаем. Перевязываемся. И отлично, ребята, да? Тихо-тихо. Он, может быть, вот в этом доме живет. Что у тебя еще-то тут было? Кирка хорошая, но кирка мне не нужна. Сейчас вот это покушаю. Я уже все как бы есть. Я просто собиратель ресурсов. Отважный собиратель ресурсов. Кожи у него жалко нету. Хендспид не надо. По броне у меня все неплохо. 1000 угля, 400 уже. Отлично. Вообще нужно было бы куда-нибудь все это дело увозить, наверное. Потому что, ну, ресурсы, все дела, сами понимаете. Жалко же. Самое главное, что у меня есть ежевика. И тут кто-то тоже построился. А к нему как-нибудь можно попасть? Вот я также построил в своем доме, кстати, ребят, печку. Рядом ее просто воткнул и все. Чтобы не тратить на нее эти... Чтобы, ну, не закрываться. Потому что это как-то очень много по ресурсам. И по стейблу очень плохо все выходит. А, у нас еще есть вот такая вот штука. Давай-ка мы ее вот сюда поставим на всякий случай. 73 патрона. Он что, только с этими спешками ходил? Как парень удалец. Ох, какие замки здесь ребята строят. Огромные замки, просто огромнейшие. То есть, я думаю, что на следующий вайп, если вы со мной будете согласны, напишите. Нужно будет, наверное, поставить X2. Ну, потом... Ой! Ой! Отлично! 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 По-моему, все было. Или нет? Вон еще чувак какой-то бежит. Ох ты ж! Вот это дорогого стоит. Где там этот парень? Иди отсюда! Ты что, пошутил, что ли? Ходит он здесь. Вот это нормально, пацаны отлетели. Не поняли даже, что случилось с ними. Ежевичку. Мы сейчас домой пойдем. Вот это не надо. Калаш я обязательно забираю. Патроны забираю. Броню забираю. Это не надо. Что у того парня было? А, я даже не понял, откуда он отлетел. Где он? Вот он. Неплохо ему прилетело. Так. Чем-то надо жертвовать. А чем, я не знаю. Вот этим штукам. Чё, калашик? Калашик мы заберем. Все неплохо. Очень даже неплохо. А, блин, я сейчас же спалю свою нычку. И скорее всего... А, я не прописывал же киты, но мне, в принципе, хватит, наверное. Нужно сетхом переделать. Блин, я сейчас спалю свою нычку. Из этой нычки тогда нужно все убирать и ставить в другое место. Ладно, не страшно тогда. Не страшно, чё ж поделать-то? Улетаем, главное. Главное, улетаем. 23 патрона, 261 на калаш. Ну, пацанам прилетело неплохо. Вы заметили, насколько же им неплохо прилетело? Ай-яй-яй-яй-яй, вот и нычка. Вот и нычка, ребята. Не хотел я ее палить. Но как бы я отсюда такой хитрый перетащил ресурсы в дом. И... Ну и как бы и все... Придется переделывать нычку. Так, это с собой все забираем. У меня стройки нету. Здесь что оставим? Здесь оставлю пистолет только.
Маску оставлю. Калаш оставлю на всякий случай. Вот это оставлю. Remove Home 1 напишу. И здесь напишу Set Home 3. Все, здесь Set Home 3 написал. Оставлю Kilt, броню, ну, если вдруг что начнется. Ну, и оставлю турельку. Может, кому надо будет повоевать. Ну, и оставлю 9 шприциков. И все, я думаю. Думаю, все. Придется сейчас заново делать мне... делать новую нычку. Я ее хотел в конце вам показать. Ну, что ж поделать. Спалился! Спалился! Неплохая, на самом деле, идея. Прятать лут. Так, киянку я делаю. И делаю план... бумагу с планом постройки. И несу все домой. И зажгу печку. По-моему, с печки я все доставал уже. Поехали. Ремуви. Это не ремуви. Хорошо. Хорошо. Ремуви. Закрываемся быстрее, пока нас не отымели. И здесь сделаем быстрее стену. Стену, 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 стену. Где каменная стена-то? Что-то не вижу я. Вот она. И делаю стену. Ну, вот так вот. Но это фейл. Это фейл. Потому что поторопился и камни еще и не взял. Ладно, не страшно. Пойдем дальше куда-нибудь. Не куда-нибудь, а пойдем в сторону дома. И закинем наши ресурсы. Бахали меня. Сейчас покажу откуда. Сейчас я вам еще хотел одну фишку показать, но она пока не работает. Надо ее в другом плане делать. Сейчас я вам покажу. Заправлю печки. Ты давай вот эту вот закрой. Так, дерево на 1300 пускай будет. Сульфурчик нам нужен. Сульфурчик нам нужен. Пускай варится уже. О, пошло дело. Сейчас здесь тоже заварим. Все, проблем нету. 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 Все остальное я выложу в дом. Смотрите, я еще какую штуку замутил. Но ее нужно в других местах строить. Хоп, и три ящика. И сюда что хотите ставите. Видите, у меня здесь фундамент покоцанный. И там ящики покоцанные. Меня били прямо вот сюда, вот в это перекрестие. И потом сюда били, там внутри. И, то есть нужно далеко от дома ставить такую одиночный домик. И сюда располагать три ящика. Я покажу вам, как это делается в сериях каких-нибудь. А так якобы жить вот в доме, как я сейчас это делаю. То есть все равно рейдеры, которые меня вот первый раз рейдили, Алиса там что-то как-то у нее ник говорит, я Лего тебя всегда смотрел, но ты, говорит, играешь с годмодом. Я немножко припотел. Представляете, пацан говорит, что я играю с годмодом. Так, вот это я заберу. Вот ресурсы отсюда надо полностью забрать. Здесь я, наверное, вот так вот сделаю. А ресурсы вот сюда закину. Хорошо, я думаю, патронов мне еще хватит. Здесь я как-то разделял, типа оружие и броня, но что-то потом забил. Камень я заберу. Вот здесь у нас калашики пускай будут лежать. Броня я сейчас заберу отсюда, чтобы она не мешалась. Броня с этим будет. Вот здесь вот. О, по железке. Сейчас нам вообще неплохо по железке. Просто я не знал, куда все... Не-не-не-не-не, это все правильно. Хорошо, здесь тоже все нормально. Базуки я у этих пацанов отнял. По ресурсам. По ресурсам это пускай запилится. Что у нас тут еще осталось? 9000 камня. Неплохо, неплохо. 9000 дерева. Тоже неплохо. И, наверное, пойдем дальше. На войну. Подобываем ресурсы. С шотганом, с калашом. Уже все по-мужски. Поставим на печку. Все для вас там пишет, кто-то взял что-то там, 2к серы. Хорошо, сера пилится. Вот со шприцами немного дурканул. Слишком много мне, 20 шприцов, куда мне столько? С этих пацанов я неплохо, неплохо поднял. Одному в шкендаль просто попало, и он припотел немножко. Сюда оставлю и сделаю, наверное, вот так вот. Все, отлично, поехали дальше. Будем готовить, готовить маленькое количество ракет на какой-нибудь дом. Я обалдел, как люди пишут, фу, Лего, дно там не получилось у тебя взорвать, там, тут, сям, тут ты типа лох, туда-сюда. Блин, ребята,
Я бы очень сильно посмотрел бы, как вы сами в соло рейдили большие дома. Я бы реально просто... Я бы просто ухахатывался, как бы вы просто даже не смогли бы сделать половину того, чего я замутил. Так что не надо мне рассказывать, что здесь все, как бы я там накосячил или еще что-то сделал. Пацанчик. Пацанчик, стой. Эх, нифига себе он шустрый. И что, он думает, что он в кустах засел? Да что ж ты будешь делать-то, а? Лук достал. Фига опасный парень. А сейчас что будешь делать без лука? Падать, походу. Да что ж попасть-то не могу. Во. Что у тебя тут есть-то? С4. Выбросить. Сульфуры чуть-чуть. Взять. Турелька-то у меня даже есть. Зачем мне турелька? Я сколько потратил? 13 патронов. Надо оставить. Зеленых патронов очень мало. Очень мало. Я, конечно, могу их сделать, но мне нужно экономить. Просто жестко экономить. Сейчас нужно здесь аккуратно подняться. Ай! Аккуратно поднялся. И пойдем, наверное, по дороге опять вниз. Может, что найдем. Хопс, хопс. Поехали. Так, тут, конечно, канализации есть разные. Я по ним бегать не буду. Мне сейчас искать ничего не надо. Я сейчас могу просто с калаша ходить, зажимать и всех валить. Куда мы пойдем? По дороге. Опять вот, я думаю, в сторону маяка. Мне очень понравилось. Там народ... Кстати, там нужно сетхом запилить. Вот, сейчас у кого-нибудь отниму дерево. Запилю сетхомы. И там нужно будет сделать сетхом 2. Подожди, а я опять забыл сделать сетхом, да? Я опять забыл сделать сетхом. Опять мне нужно куча камня, чтобы ремувить и делать что-то. Это что такое там? Что-то тут как-то не повезло, да? Кого-то разрушило. Кто-то из дерева наделал. Что это такое вообще? Какие-то входы забаррикадировал. Нормальный пацан. Пацан, ты что за входы забаррикадировал? Вообще просто пацан. Нереальный. Нереальный пацан, который забаррикадировал входы. Но его, наверное, зарейдили, просто в шкафу зарегались и поставили свои вот эти колючки. Типа там есть лут. Надо, мне кажется, киркой вот, если добывать, то в правом нижнем углу, видите, поляну с ресурсами, как вот показать-то, блин, мышкой. Короче, в правом нижнем углу, вот там киркой хорошо работать. В моей ситуации, где я живу, зачем я здесь построился, не знаю на самом деле. Ну, просто я хотел экшена, все дела... Если бы... Ну, вот это вот, конечно, вообще бык. Просто бык. В 3 слоя запилил себе дом. Это раз. Здесь воткнул... Смотри, у него все в шкафах. Здесь запилил себе добывалку. Хер пойми, где у него лут вообще есть. Ну, короче... Блин! И здесь вот тут такая вот жопа. Вы видели эту жопу? Неплохая жопа. Из этих, из капканчиков. Нормально, вот этому дому нужно отдать должное. Очень классный мажор, очень классный мажор. Просто настроил себе не знаю что. Вообще молоток. Куда мы сейчас пойдем-то? Может опять пойдем в сторону аэропорта? Или здесь вот где-нибудь полазим понизу? Потому что здесь живут наши любимые бомжакусы. Больше я даже не знаю, куда еще ходить-то. Я еще знаю, конечно, на спутниковую тарелку ходить. 100%. Спутниковая тарелка наше все. Во, какие-то дома. Вот дома. Это что такое вообще? Это дом... Это вообще дом или что это? Да, это дом. Обалдеть, деревянный дом. Я деревянный дом давно не видел. А что, ключик? В этом доме есть ключик, представляете? Как классно жить в деревянном домике. Куча каменных домов и нету входа или выхода. То есть ничего не найдешь. Короче, здесь тишина какая-то. Здесь только один поцак был со своей пешкой, которому просто прилетел хедшот через дерево, потому что дерево стали простреливаться. Я об этом сам узнал где-то выпусков 10 назад, как мне также тарабанили с пайпухи зеленого патрона. Я еще записал это на видео, помните, орал. Да как же так? Типа он по мне попадает. А они не знают, что деревья простреливаются. Это очень круто. Ну что, мы идем правильно, опять этот супер деревянный дом. Вот лучше бы, я не знаю, как-то убирали, что ли, постройки, которые зарейдили, чтобы они не жрали процессы сервера, либо сервер нужно как-то оптимизировать именно со стороны фейспанча.
По-другому я не знаю, как. Я по-другому, честно, не знаю, какие еще дома можно найти. Но что-то... Что-то дома... Домов-то не так много. Ох ты. Это что такое вообще? Это что такое сейчас было? Это пацаны с калашами? О, ну а что, неплохо? 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 О, зеленки. Хорошо. Хорошо. МВК. Они даже, по-моему, не поняли, что случилось. Патроны даже можно кому-нибудь дать выучить. И давай возьмем за место жирка вот эту. Жирок еще нужно где-то будет намутить. И что, опять ты пышется, что ли? Как мне быть-то? 97. О, патроны появились. Патроны появились. Куча аптек. Прочие хренотени. О. Ни хрена себе. Неплохо мне попал. Очень неплохо. Есть что поесть? Поесть ничего нету. А здесь что-нибудь есть? О. Хил. Отхиляемся. Где там лучник-то? Вот он, лучник. Сейчас ему прилетит. Ща, парниш, прилетит тебе. Подожди, я тут быстренько крекеров накушаюсь. Ну все, настал твой выход. Он такой, как же так? Он по мне попал. Причем неплохо попало. Очень неплохо. Я думаю, где-то сшибло ему, может, 20 хп или 30. Куда ты пошел-то, парень? Где вот теперь его искать? Все свалил, падла? Здесь всякие вот... Ай, что это я не могу пролезть-то? Хорошо, мы здесь перевязками занимаемся. Все нормально у нас. А что, куда парень-то пропал? Парень был, парня нету. А как-то я быстро чуваков убил с клаша, я ничего не понял. Для меня это уже стало как обыденность какая-то. А вы не ставите лайки. Думаете, что это так просто, как щелкать орешками. Нифига это не так просто. Что-то я не знаю, я не могу найти. По мне стрела еще... торчит. О, это что такое? Это что такое? Это пацан спит, что ли? Нифига себе. Пацан спит. Нормально, думаю, часть тела, что ли, чья-то. А это просто пацан спит. Весело. Просто весело. Ладно, уходим тогда отсюда. Куда пойдем-то? Во! Это же наш друг. Со своим синим ведром палится ходит. Он что-то достал тоже. Он мне может сейчас в хэд как зарядить и все. Вот где вот он? Вот где это падла? Блин, как же я не люблю эти долбанные кусты. Как же меня бесят эти кусты. Подожди, он за камнем. Он за камушком. И где он опять? Что это за беспредел какой-то? Сейчас мне... Наконец-то! Фу! Чё у тебя было-то? Красные патроны? Шматроны? Пожрать есть? Это можно выкинуть? Это можно съесть? О, сульфур, это круто! Что у нас тут еще-то есть? Это забираем. Ну, красные патроны забираем. Это можно выкинуть. Ну и все, больше ничего интересного нету. Зеленых патронов есть. Калаш патроны есть, 79. Отлично. Просто отлично. Ну что, можно сваливать тогда отсюда? Здесь опять победа была. За нами. Можно валить. Аккуратным образом. Так, куда пойдем? Куда-то нам надо пойти. Пойдем, наверное, по дороге опять. Это что такое? Это называется, я попасть не могу. А это что такое? А что-нибудь у тебя был, нет? Хорошо. А тут где-то твой друг должен быть, по-моему. Хорошо. Там вертолет летает. Вертолет. А вот вертолет это не очень хорошо.
Вот сейчас я не хочу заходить в эти здания, потому что как я обычно умираю в этих зданиях. Я захожу туда, там пацан стоит с красными патронами и ждет, когда ты туда зайдешь, и они тебя просто убьют. И все, и до свидания. И просто до свидания. Вот такие дела. Че, нужно улетать домой? Нужно срочно улетать домой, потому что у меня очень много всего. Просто беспредельное... Че такое, кто-то топает? Кто-то топнул. Воу! Воу! Он его поднял? Или нет? Интересно, он его поднял или нет? Вот он. Ох ты ж! Чё так жестко? Он лимонит. Очень жестко лимонит. Быстрее перевязываемся. Регенимся. И идем. И просто идем. Вон он. Нужно ему зажать как-то будет. Как-то ему нужно будет зажать. Где это, падла? Где-то здесь ведь торчит. Стоял же здесь, спалил. Он по-моему, меня даже не запалил, что я куда-то пропал. Ох ты ж. Прилетело. Прилетело прям в глаз опять, что ли. Но у меня шприцов-то много. Что за падло такое, а? Куда-то побежал. Куда-то побежал, решила обижать меня, что ли? Ну, можно его тогда подождать сейчас, если он придет. А если не придет, ну ладно. Где ты? О! Ах ты ж! Отлично! Я его намансил. В том плане то, что я бегал. Подожди, он с пайпой меня так убивал. Слушай, красавчик, просто красавчик. Я думал, я проиграю. Но у нас, конечно, побегушки четкие были. Мне это не надо ничего. Спасибо. Он такой присел такой. Ну как же так? Ну как же, жизнь моя, жестянка. Надо ему подкинуть, надо его раздеть. Топорики вот у него здесь, все у него здесь. Он такой, ну как же так? Я присел, у меня было много лута, и я все потерял. Фу, ну сейчас точно пора идти. К следующей серии. Давайте уже посмотрим, что по домам-то. Может хоть кого-нибудь бибихнуть, а? Ну хоть кого-нибудь, ну хоть на 4 ракеты, ну хоть какой-нибудь бомжий дом. Просто у меня отжора очень много. Ух ты, чувак какой-то бежит. Не понимает, куда бежит. Сюда пойдет? А я думал, я по нему попаду. Но что-то как-то не вышло. Кто-то печку здесь обустраивал. О. Ты что, больной, что ли, со своим луком? Со своим луком. У меня один патрон остался. Ничего себе, манс. Что делает этот парень? Мансит от бога. Ты да, это мое. А вот это выкини. Ладно, ты не кричи там. Все, наверное... О, вертолет по кому-то стреляет. Может быть, из-под тишка посмотреть, по кому вертолет стреляет. Просто если он сейчас будет ракетами давать, тогда будет классно. Все, он улетел. Что это такое? Пацан для меня, что ли, рубит? Спасибо. Спасибо, браток. Чё нарубил? Во, другое дело. А говоришь, ресурсов нету. Хорошо, спасибо. Чё там с вертолетом-то? Чё, никому, говорит, не надо резать ракеты так дешево? Да у нас уже, по-моему, этих ракет уже навалом.
А вот этот дом зарейдишь. Ну, этот дом уже хер зарейдишь. Если бы мне бы еще бы ракеты подогнали бы, было бы вообще классно. Был... А зачем я вот этот шлем ношу? Объясните мне, пожалуйста. Он раздолбанный весь. Хотя этот дом из дерева. А огнемет я успел выучить или нет? Или я его, по-моему, отдал пацанам? По-моему, не успел я его выучить. Эй, вертолет, ты заколебал. Я за тобой иду. А сколько камня? 1200? Ой-ой-ой-ой-ой. Улетаем, короче, на Home 3. На Home 2 у меня есть? Я надеюсь, на Home 2 у меня есть... успел поставить. Ну что, ребят, с вами был Лего. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Всем пока-пока.